Кого вы ждете? Сын. А где он служит? Питайте, в Донецку, я ту, а де він там? Хто його знає? 17-та танка бригада, да? Ракетна яка, артилерійська чи яка там. В общем, я не знаю, він мені нічого не казав. Де то там? 17-та. Сергій. Бугровський, да? А за этот год какие-то волнительные были эпизоды там, особенно напряженные для вас так по отношению? Весь год был такой для меня. Представьте, как это ждать и что оно там. Так что, вот ждем. Хай быстрее приезжают. Чтобы это уже все кончилось, чтобы не могло. А как вас зовут? Ирина. А фамилия? Десненко. И кого вы встречаете? Мужа. Десненко Сергей Александрович. А где служил? Под Славянском. Ну, где только не служил. Ну, 17-я бригада, да? Да, 17-я. А подразделение какое? Ракетчик? Второй реактивный батальон. Это грады, да? Понятно. И что у вас интересного или волнительного было за это время, пока вы ожидали? Интересного ничего. Много слез. Много слез, ожиданий. Как и каждое переживание, как и каждый остальное. Кто ждет? Кто здесь, кого вы встречаете? Это каких районов? Мы зараз приехали сюда встречати, тому що в даний час не тільки з Криворозької, Дніпропетровської області служать хлопці, а й з Миколаївської області, такі як обидва друга, які служать з Казанківського району. Ми приїхали з родиною сьогодні зустрічати їх всіх і пожати їм руку, що вони віддали, можна сказати, багато здоров'я за захист нашої держави, мир, злагода, щоб сьогодні дітки могли їх з радістю, благополучним зустрічати і наслаждатися мирним небом і мирною землею. А кого конкретно ви зустрічаєте? Ми зустрічаємо, я зустрічаю сьогодні свого кума Вадима Парнака, а також Єгошкіно і Гошино и Десненко. Мы тут разом все собрались. А в 17-й бригаде они в каком подразделении? Дело в том, что сколько мы не звонили, мы не старались на эту тему никогда не афишировать. Мы служим, защищаем. А где служили? Это воинна тайна, они сами знают, где мы служили. Я Туровська Ирина, я волонтер, криворожский волонтер. И сегодня мы встречаем 17-ю, демобилизованных ребят из 17-й танковой нашей бригады, дивизии. Именно с 17-й началась наша волонтерская деятельность. У своих пацанов. А можно это на камеру? Кого, это ж не, кого не... мы ждем? Да. Ну, да. Давайте я вам расскажу, кого мы ждем, а вы решите, кого мы ждем. Давайте расскажите. Давайте. А мы попробуем догадаться. Давайте. Мы просто пришли на неделю. И все. Третья гаубичная батарея. Мужчины, настоящие мужчины, которые... Бедных? Объявили погибшими сепары, но они выжили. Это о ком вы говорите? Я сейчас скажу. Вот это об этой батарее. Это гаубичная батарея, которые сказали, что нас уничтожили. 52 трупа было, но у нас все, слава богу, живые, два раненых. И мы вернулись живы и здоровы. Назвали призраком. Это мужчины, которые защищали, отбивали атаку под сепаров под Троицким. Стояли как раз, когда были события, дебальцевские события. Прикрывали левый фланг Дебальцева. Прикрывали под Попасной людей. Стояли на переднем крае, впереди танкистов стояли. Это, ну, мы встречаем ангелов войны. Для нас. А для них, я думаю, это не совсем не ангелы. А вы решайте, кто они для вас, ангелы или нет. Это гаубичная бригада. Батарея в составе 17-й танковой бригады? Да, да, да. Которая там была 10 месяцев, безвылазно. А честно, кого конкретно вы встречаете? Или... Конкретно встречаем Вову, Колю. Браво. Кто еще едет? Ну, короче, все, кто остались. Они ваши родственники, знакомые? Нет. Это наши сослуживцы. Это наши братья. Нет, ребята вернулись 17-го, они вернулись. А они 24-го. А вы раньше демобилизовали? Да, на неделю, получается. А как вас зовут? Меня? Да. Роман. Роман Вениаминович. Нет, имя, фамилия просто. Лунёв Роман. Лунёв Роман, да. И вы служили в этой же самой бригаде, да? Да. Я в этой самой батарее служил. Батарея служили. Да, 17-я, тракторная.
лагерь подождал, бля. Спасибо. Женя, привет. Слава Украине. Здоровья, слава. Все. Возвращение. Спасибо. Теперь займемся внутренними врагами. Все. Настоящий фронтового пороха понюхали, теперь будете нюхать политический порох. Что вы планируете сделать? Возвращение. Вообще или сейчас? Сейчас 150, поесть и спать. А вообще буду баллотироваться в депутаты горсовета. Герои! 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 Герої! Герої! Дякуємо! 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 Лідочка, прийди! А факти видно! Так, що? Ми його зустріли. Скажіть, що... Які ваші плани по прибиттю? Що ви плануєте зробити зразу? Сейчас? Я планирую сегодня поздравить маму с днем рождения и день рождения сегодня. И провести время с семьей. Ну, лучше не называть. Да, лучше не надо. В артиллерии. Да. Реактивная артиллерия Града. Да. Сколько человек всего? Полностью батарея приехала. 40. Да. 45 человек. Второй дивизион батареи Града. Вторая батарея, да, да. Хочется огромную благодарность выразить волонтерам. Большой им низкий поклон общественным организациям, всех, кто нас поддерживал, кто приезжал в зону АТО, несмотря на обстрелы и тому подобное. И вообще всем людям, кто помогал, кто не помогал, просто переживал. Поверьте, мы чувствовали ваши переживания, и нам от этого легче. Мы победили. Слава Украине! Да, старший получается. А как имя, фамилия? Майор Чекир Владимир Анатольевич. А командир какого? Не командир, я старший офицер ведения по работе за особым складом. 17-й танковой бригады. Вы знаете, сколько сейчас приехало? Да, 144 человека прибыло с Кривой. Ну, много наших еще там осталось. 17-го батальона. 17-й бригады, да, еще осталось совсем немножко, потому что в этом месяце завершается ротация наших военнослужащих, поэтому все они... Вот буквально через пару дней все вернутся домой. Кроме реактивщиков, приехали еще другие подразделения, да? Да, сегодня приехали танкисты, приехали реактивщики, приехали материальное обеспечение люди, приехали ремонтники. Ну, что вы планируете вот, по прибытию сразу делать? Вот, как настроение ваше? Ну, мое настроение как кадрового офицера, я... Прибыл сюда, потом обратно буду в место проведения антитеррористической операции. То есть с нас, это наша обязанность, наша работа. А люди, которые были призваны по мобилизации, конечно, они будут продолжать свою гражданскую жизнь. Но, конечно, у всех они очень сильно поменялись взгляды на жизнь. И я так думаю, внутренние какие-то ощущения тоже у них всех поменялись. Но все они готовы продолжать работать, продолжать строить наше государство. Какие-нибудь интересные... истории были, например, там перед мобилизацией, то есть там забирают своих полюбившихся животных там, или еще что-нибудь. Ну, если... Вот сегодня, кстати, где-то ушел наш военнослужащий, приехали с собакой сюда со своей, то есть они были призваны по мобилизации, взяли щенка с самого начала, ну, где-то нашли они его. И вот они его вырастили в течение года, он с ними провел все эти дни. И сейчас вернулся, уже как бы это тоже его дом уже, Кривой Рог тоже его дом. Это с какое подразделение? Если честно, я не помню. Танкисты. С танкового подразделения. Так это три танкиста и собака? Ну, получается так. Повторяется история.